Всем привет, дорогие зрители. У нас в офисе состоялось важное народное собрание. Гостями сегодня у нас кандидаты в депутаты от Алании. Это спортивный судья Кудуси Мифтиоглу, а также брат министра иностранных дел Хайри Чавушоглу. Также тут участвовали как бизнесмены, деятели, застройщики, сотрудники пиццерий, там, ресторанов. И все были несколько вопросов, которые мы задавали, и он четко отвечал на наши вопросы. Первым, самый важный вопрос задал я сам. Это многих интересует. Именно про вид на жительство, так как с 1 июля 2022 года ввели запреты, какие-то критерии поменялись, на данный момент по аренде не дают ВНЖ, кому-то отказ по каким-то причинам. У меня было очень много вопросов, но я задал сразу один вопрос про инвесторов, потому что инвесторов этот закон напугал, и доверие, как бы, да, сказал, что доверие может потерять Турция для своих инвесторов. И он резко остановил меня, сказал, что так как мы пока правим, наша партия правит, таких нюансов нету. То, что произошло с ВНЖ, это критерии, какие-то правила, которые изменены в ходе вот этого ситуации в мире, которая произошла. После 14 мая, как закончатся президентские выборы, если они останутся в управлении, они этот вопрос конкретно решат во благо всех инвесторов, туристов, которые проживают. Просто такая ситуация произошла, как он еще раз там подчеркнул, что мы все прекрасно знаем, есть кое-какие нюансы, секреты, которые мы вам не можем рассказать. И попросил быть терпеливым. После 14 мая, через некоторое время, как я услышал, я понял, что он хочет сказать, что закон как бы был в июле, 1 июля принят. В июне, наверное, дадут знать всем инвесторам, какие правила новые будут, какие новшества будут. А лишним информациям сказал, не верьте. Еще я ему сказал, что вот, оппозиция там сказала про то, что он закроет иностранцам вид на жительство, продажи остановит. Наверное, это хотели сказать именно насчет гражданства по квартире, инвестиционно там 400 тысяч долларов. Но детали мы лезть не стали с ним, потому что он конкретно ответил на мой вопрос. Придется уже ждать после президентских выборов поправки. И больше этот вопрос не будет меняться со временем, как вот поменяли 1 июля. А также были такие вопросы насчет инфляции, насчет бизнес-планов, там мясо, кто-то там сказал, что подорожало. Там также недавно были такие ситуации, лук, картошка, там, огурцы кто-то выкидывал, грузовики загружали, выкидывали в мусор куда-то. Это был какой-то акт, это оппозиция делает, не знаю, какие-то провокаторы, никто ничего не может сказать. И они просто ответили, что мы следим за всеми, кого нужно мы наказываем. Народу мы это все сейчас не можем показать, закончатся президентские выборы. Все, что произошло, мы народу дадим и все покажем. Дадим знать и все покажем. А также брат, вот как сейчас вы видите, разговаривает, это брат министра внутренних дел, он тоже нас заверил, что они планируют новые проекты, так как сейчас столько проектов сделано и еще будет новый проект, это космические проекты есть на данный момент от их партии. И просто нужно здесь терпеливо ждать. Всем сейчас сложно. Произошло землетрясение, катастрофа для страны. Там также один гость у нас задал вопрос, что если мы выберем вас в депутаты, вы останетесь с народом, будете помогать народу, то, что будете нас выслушивать, а то, как многие уйдете и не будете больше принимать какие-то наши
заявки, там наше желание. Он ответил, что так как он является судьей, у него много было процессов в жизни на этом поле, он знает, что такое справедливость, и сказал, что я буду стараться делать все, что будет во благо именно Алании, а также страны, для страны. У него также есть несколько проектов, которые он предложит в сельскохозяйстве, в туристической сфере, дипломатической и тому подобное. Мне лично, как человек, я его выслушал, у него также супруга иностранка, гражданка Финляндии. Он знает, как тонкости именно иностранцев. Из-за этого я не беспокоюсь, что в будущем они исправят именно пункты в получении вида на жительство, а также сделают все для иностранцев, да, во благо иностранцев, а также для своих местных жителей, а также граждан в первую очередь Турции. Потому что там были такие серьезные разговоры, что ему даже пожилое поколение задало вопрос, они больше нас знают. И я, как житель, здесь уже 5 лет живу, тоже глубоко все изучаю, и политику, и историю. И нынешний президент, он считается самым лидером, который есть. И больше такого лидера, как там сказали, второго человека, может быть, и не будет. Но это речь... Это мое личное мнение, потому что я увидел, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много сделал. Новые проекты, там эти беспилотники, сейчас корабль, открыли атомную электростанцию. Как раз был разговор про атомную электростанцию и про то, что цены на недвижимость поднялись. Он привел пример, что в основном цены поднялись не из-за иностранцев, поймите это, а из-за того, что стройматериалы поднялись, плюс землетрясение произошло, и мировой кризис, инфляция в Америке, это все повлияло. Валюта также, вот то, что она слишком начала плавать. В основном, сказал, 99% это так как стройматериалы поднялись, и это цены на недвижимость поднялись. Так как товар, который везут из одного города в другой город, в каждом городе другие цены. Транспортировка, вот это расстояние, потому что Турция как большое государство, расстояние влияет на бензин, так как бензин тоже рос, там баррель, да, поднимался летом, он сейчас упал на 80 долларов, что ли, один баррель. За всем государство следит, но он понимает, что ошибки есть, конечно, нет людей без ошибок, но они начинают исправлять свои ошибки, и это требует время. Народ, как бы все было хорошо, жили нормально, вот сейчас как 5-6 месяцев или год стало сложно, экономика в сложном тоже положении, землетрясение также повлияло. И вот так вот, такие вот нюансы, которые они нас уверили, что со временем они будут исправлять те маленькие ошибки, которые совершались, потому что очень сложно управлять. У нас, как говорится, в своей семье, маленькой семье происходит маленькая вот какая-то ошибка, или этот стресс хватает нам на месяц, или там какая-то авария, не дай бог, или на год. А тут это государство, они там много чиновников всяких, они все сами следят за всем, разведка работает, органы работают. Просто на данный момент посоветовали быть терпеливыми, решить, куда дать голос. Это ваше личное право. Тут сидела также ребята из другой оппозиции, и также оппозиционеры тоже задавали им вопросы. Выбор ваш, но надеемся, что вы поймете, посмотрите, вспомните будущее, нынешнее время, оцените все и сделайте правильный выбор для нашего народа, для нашей страны. Поблагодарил всех. Он, кстати, сам сел напротив молодежи. Вот мы ему место назначили в той стороне, где вот сидит человек в красной футболке.
Они тоже застройщики, это с правой стороны мой партнер. Но они настаивали, что лучше сядем около молодежи, потому что надо как бы выслушать именно вопросы молодежи. Поблагодарил всех, и мы там сели, поговорили о том о сём, выпили чай, и все разошлись. Дорогие зрители, не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал, чтобы не пропускать новую информацию. Также пишем комментарии, что вы думаете о будущем Турции, а также про выборы. Кто как, что желает, какие-то новшества можете посоветовать. Мы тоже можем передать информацию в нужные места, чтобы они тоже передали в органы, которые могут сделать какие-то поправки. Каждая мысль нам важна. Просьба также написать комментарии. Все, дорогие зрители, благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.